тьма, сыра земля. Никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля. Жалобно пою, а нам с тобою, мой милый, разлуку предаю. Не забывай родителей своих, дочь моя. За что тебя будет любить муж твой? За красоту? За характер? За эмблему чувств? Нет. Он будет любить тебя за приданое твое. Ну, он, конечно, прилепится к тебе, но не будет истинным другом твоим. Скажу больше. Будут моменты. Моменты, когда он... Нет, лучше умолчу, дочь моя. Я 3 года перину собирала. Пушинка к пушин. Ни одного перышка. Мать, душенька, слушай, но с осторожностью. Женщина, она жеманственная, двулично вольнодумствующая. В дом свой ее не бери. Мужья тещ не обожают. Подпоручик Зюмбумбунчиков военным судом за тещу судился. Скажу больше, я сам... Лучше умолчу, дочь моя. Потом, дочь моя, европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь. Баллада. Чем меньше, тем лучше. Чем лучше, тем хуже. Не то. Купите счастье. Вадим хороший. Красавец. Эх, красавец. Ах, шельмец эдакой. С каким шиком подкатил. А это мужчина. Настоящий Вальтер Скотт. Чему это ты радуешься? Замужество девицам только нравится. А через месяц драться будете. Сама испытала, знаю.
Все мужчины дураки. И твой тоже дурак. Ты его осади. Не очень-то уважай, не за что. Обо всем мать спрашивай. Отца тоже не слушай. Главное, в дом своего не бери. Ах, изверь он рода христианского. Ах, маменька. Больше всего на свете я люблю статных мужчин, пирог с яблоками и имя Роланд. Да пора бы ж твоему Роланду делать предложение, а то иной сватается, сватается, а как до самой точки дойдет, то и назад оглобли. Типун вам на язык, маменька. Как поживаете, душенька? А? А, прошу вас. Прошу вас, прошу. О, розом какой! Соскучились, ангел мой. Сейчас Дашенька выйдет. А я, да? Собственно, не к Дарье Кирилловне, а к вам. Мне с вами нужно поговорить. Кое о чем. Ага. Знаю. Знаю, о чем вы хотите говорить. Давно пора, давно пора. А что вы так с мужчиной, милаша, а? Эх, мужчины, мужчины, беда с вами, с молодежью. Собственно говоря, я некоторым образом... Да. Дело ведь не в том, что я пришел проститься с вами. Я уезжаю завтра. То есть как? Уезжаете? Очень просто. Разрешите поблагодарить вас за гостеприимство. Милостивый государь, вы отвиливаете. То есть как отвиливаете? Так отвиливаете. Ходил сюда целое лето. Ел, пил, обнадеживал, и вдруг на тебе. Я не обнадеживал. Конечно, конечно. Предложений вы не делали. Однако же каждый день обедали. С Дашенькой под ручку по целым ночам. Да нежить спроста делается. Женихи только ежедневно обедают. А не будь вы женихом, стал бы я вас кормить. Извольте делать предложение. Слава Богу, кажется, решилось. Схожу-ка я за иконой. Дарья Кирилловна очень милая, хорошая девушка, но мы не сошлись убеждениями, взглядами. Эх, молодец, молодец. Да не что, можно найти такую жену, которая бы взглядами была на мужа похожа, а? Поживете, все это сгладится. Мостовая пока новая ездить нельзя, а как пообъездить ее маленько, ну к мое почтение, о-о-о. Я пьяница. Нельзя же без этого. Ну, а я взятки беру. А кто их не берет? Эх, удивила. Я состою под судом за растрату. А сколько вы растратите? 144 тысячи. Да. Действительно, история с Сибирью пахнет. Ну что ж, нечего делать. Бог с вами. Постойте! Так если Дашенька вас любит, она же может туда за вами последовать. В Сибири, батенька мой, жизнь гораздо лучше, чем здесь. Сам бы поехал, но семья. Так уж и быть, женитесь. С милым рай в шалаше. Я вам еще не все открыл. Я беглый каторжник. Убирайтесь вон, чтоб больше я вас не видал. Постойте! Постойте, постойте! А почему же вас до сих пор не забрали? Вот чужой фамилией живу. Так может быть, тогда за мной смерть проживете. Так уж и быть, женитесь. Я сумасшедший. Не верю. Не верю. Я вам свидетельство от доктора представлю. Вот. Свидетельство поверю, а вам нет. Хорошо. Хорошо.
Клопов из кровати вываривает. Птичка моя. Прыщик ты мой. Друг мой, у меня к тебе просьба. Дай мне свидетельство, что я сумасшедший. Меня хотят окрутить во что бы то ни стало. А сумасшедшим жениться нельзя. Ты не хочешь жениться? Не дам я свидетельства. Вот когда захочешь жениться, тогда приходи. Тогда ясно будет, что ты сошел с ума. Тогда оно лучше и честнее тоже, молодой человек. А то каждый день ходил, каждый день обедал. Вот у купца Клякина тоже жених упорствовать стал. Так он, Клякин-то, завел его в кладовую, запер, вынул из кармана револьвер, большой, пулями настоящими заряженный, и говорит, побожись, говорит, перед образом, что женишься сию минуту, подлец. Сию минуту. Так я тоже, я разве отказываюсь? Только ведь я не субъект какой-нибудь, и у меня в душе свой жанр есть. Ну, чтобы свадьба была с генералом, а? Меньше четвертной генерал не обойдется, Настасья Тимофеевна. Это уж поверьте моему слову. А ты меня не обманываешь, Андрюшенька? Ну, мошенник я, что ли? Будьте покойны. Ты уж хоть поторгуйся с ним. Не хочется зря деньги тратить. Может, он чего-нибудь избавит, а? Ну что вы, матушка, генерал-то ведь какой? Не генерал? А малина? Гадость рыба, грош цена, а между тем удивление. Слушайте же меня, дядюшка, люди они превосходные, радушные, такие религиозные. Но, скажу вам откровенно, с предрассудками, с причудами даже. 1000 рублей им не надо, только посади за их стол генерала. Да мне-то что? Ну почему же не сделать людям такого невинного удовольствия? Да какой же я генерал? Как же так? Да ведь они в этом не бельмеса, а вы блеснете. Откровенно говоря, сейчас ваш чин как бы в землю зарыт. Даром пропадает. А тут все же и людям удовольствие, и вам не скучно. Да, но прилично ли это для меня, Андрюша? Даже странно. Даже обидно. Неужели вы думаете, что я могу родного дядю повести в неприличное место? Да нет, я не хотел тебя обидеть, Андрюшенька. Там для вас нарочно омаров в жестяночку припасли. И бутылочку цемлянского. Thank you.
Повторим, что ли? Ничего, зря повторять. Это для гостей поставлено. А тигры в Греции есть? Есть. В Греции все есть. А львы в Греции есть? Есть. В Греции все есть. Есть? Ну ладно. Постой же. Что же, Харламий Спиридонович, а? Повторим? 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 Пора бы уж всем за стол садиться. Мамочка! Выпей! Выпей из моих собственных подвалов. Рыжики в Греции есть? Есть. Там все есть. Кашалоты в Греции есть? Кашалоты есть. Есть. Все есть.
Вальс, господа! Сильва плева труда, ангаже, пардон! Аристократическому обществу, но умоляю вас, сжальтесь, очаровательная Анна Мартыновна. Ну, я же вам сказала, что я сегодня не в голосе. Ну, махайте на меня, махайте. Нет, вы просто безжалостны. Вы такого жестокого создания, позвольте вам выразиться, и такой чудный голос. Ну, умоляю, сжальтесь. Ой, как вы мне надоели. Одну только нотку. Например, как божественно у вас выходит эта фиоритура. Нам крест тяжелого страдания, в замену счастья должно несть. Не плачь, не плачь, мой друг, твои рыдания, душа не в силах перенесть. Скажи, зачем тебя я встретил, зачем тебя я полюбил, зачем твой взор улыбкой мне ответил и счастье в жизни подарил. Тебя отнимут у меня, я не твоя, я не твоя. Тебя отнимут у меня, я не твоя. Ты не моя. Не видите мне твоих лобызаний, не слышать мне твоих речей, разделять с тобой твоих страданий и тихой раны. Виноват, Максимыч, что же ты вы в меланхолии? И тихой радости твоей ради жениху можно так? Как вам не стыдно, противный? Тебя не вырвут у меня, навек ты мой, а я твоя. Тебя не вырвут у меня, навек ты мой, а ты моя. Но
чем вы задумались? Женитьба шаг серьезный. Надо все обдумать всесторонне, обстоятельно. Какие вы все противные скептики. Возле вас я задыхаюсь. Зачем тебя я встретил? Зачем тебя я полюбил? Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре. Вы мне зубов не заговаривай. Опять сбилась. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Чем тревожить меня разными словами, вы бы лучше шли танцевать. Я не Спиноза какой-нибудь, чтобы выделывать ногами разные кренделя. Я человек положительный и с характером. Но дело не в танце. Кроме предметов домашней необходимости, вы обещали также дать мне за вашей дочерью 2 выигрышных билета. Где они? Голова у меня что-то разболелась. Должно к непогоде. Вы мне зубов не заговаривайте. Это ведь я не из эгоистицизма. Мне ваши билеты не нужны. Но я из принципа. И надувать себя не позволю. Если вы мне не отдадите сегодня билеты, я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный. Повар спрашивает, как прикажете подавать мороженое? С ромом, с мадерой или никого? С ромом! Да скажи, что вина мало. Вы еще обещали, уговор такой был, что сегодня за ужином будет генерал. Где он, спрашивает? А это батюшка Андрюша виноват. Вчера он был. Обещал привезть самого настоящего генерала. Должно не нашел нигде, а то привел бы. Да не, что нам жалко. Для родного дитя мы ничего не пожалеем. Генерал так генерал. Хорошо всем, в том числе вам, маман, известно, что за Дашенькой, пока я не сделал ей предложение, ухаживал этот телеграфист Ятя. Зачем вы его пригласили? Разве вы не знали, что мне это неприятно? Ох, как тебя, Апименон Максимович. Еще и дня нет, как женился. А уж замучил ты и меня, и Дашеньку своими разговорами. Нудный ты. Ох, нудный. Нет, нет, это не честно. Это не честно, Анна Мартыновна. Когда мы играли в фанты, вам вышло поцеловаться с тем мужчиной, который больше всех брюнет. А я не желаю. Не извольте уклоняться. Нет, не извольте уклоняться. Правда, я не понимаю. Это же как-то странно. Нет. Если так по фантам вышло, тогда извольте. Господа, кто у нас чернее всех? Самый черный господин я. Господин я! Господин я! Господин я! Нет, ни за что! Это не честно, это не честно. Клянусь, господа, сильвупле! Раз! Самый черный господин Гимбл! Пожалуй, это даже экстравагантно.
своим поцелуем вы сожгли меня. Я ничего. У нас в Греции лицо. Горько. Освещение – это просто жульничество. Да. Всунут туда уголек и думают глаза отвести. Эд, брат, если ты даешь освещение, ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, за что можно было бы взяться. Да. Ты давай огня, который натуральный, а не умственный. Повторим. Если бы вы увидели электрическую батарею, еще она составлена, вы бы начали рассуждать. А я не желаю видеть жульничество. Я с вами, папаша, вполне согласен. К чему заводить ученый разговор? Я не прочь и сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле. А ведь на это есть другое время. Ты какого мнения, Маша? Они хотят свою образованность показать. И всегда говорят о непонятном. Слава богу, прожили век без образования. И вот ж третью дочку за хорошего человека выдаем. А если мы, по-вашему, выходим необразованные, зачем же вы к нам ходите? Пошли к своим образованным. Я, Настасья Тимофеевна, всегда уважал ваше семейство. А ежели я насчет электрического освещения, так это еще не значит, что я из гордости. Я и выпить могу. Я всегда от всех чувств желал Дарье Кирилловне хорошего жениха. Нынче всякий норовит вступить в брак из-за интереса, из-за денег. Это намек? И никакого тут нет намека. Помилуйте, все знают, что вы из любви. Приданое пустяшное. Приданое пустяшное. Ты, сударь, говори, да не заговаривайся. Приданое пустяшное. Пожалуйте, взгляните, гости дорогие. Приданое пустяшное. Ты, сударь, говори, да не заговаривайся. Приданое пустяшное. Кроме того, что 1000 рублей чистыми деньгами, мы всю мебель даем. Мы 3 соломы дадим. Приданое пустячное? Пустячное. Мы 3 соло даем. Одеяло шелковое, стеганое, а перина пушинка к пушинке, ни одного перышка. Наволочки все кружевные. О, пойди-кась, найди в другом месте так, такое приданное. Так ведь я ничего. Перина действительно, и мебель хорошая, и солопы, конечно, но я в том смысле,
что вот они обижаются, что я намекнул. А вы не намекайте. Мы вас на свадьбу пригласили, а вы разные слова. А ежели вы знали, что Апименонт Максимович из интересу женится, что ж вы раньше молчали? Я ее, может, скормила, споила, взлелеяла. Брысь. Берегла, пусть алмазы изумрудного деточку мою. И вы, маман, поверили клевете? Мерси за такое мнение. Позвольте вам выйти вон. То есть как? Желаю, чтобы вы были таким же честным человеком, как и я. Одним словом, позвольте вам выйти вон. Извольте. Только вы извольте мне отдать сперва 5 рублей. Спасибо. Которые вы брали у меня в прошлом году. На жилетку пике. Извините за выражение. Отдай ему жилетку пике в прошлом году. Извините за выражение. А теперь позвольте вам выйти вон. Я не позволю в чужом доме строить такие безобразия. Да, безобразие! Господа, приехал! Приехал! Генерал приехал! Безобразие! Раздевается. Будете всю жизнь благодарны мне. Не генерал, а малина. Малина. Его превосходительство, господин Кривунов Караулов. Милости просим, ваше превосходительство. Очень приятно. Пожалуйте, пожалуйте, ваше превосходительство. Милости просим вас. Очень приятно. Весьма. Ну что вы. Да, родители невесты, позвольте представить вас, страх. И Апименонт Максимович Апломбов со своей новорожденной, то есть с новобрачной. Иван Михайлович, дядь, служащий на телеграфе. Иностранец, иностранец. Греческого происхождения по кондитерской части. Осип Лукич по Бельмандепской. Остальное... Остальное все чепуха. Да, прошу вас, прошу вас. Милости просим. Милости просим. Какие-то они не осанистые, завалященькие. Никакой же строгости в виде. Слава богу, хоть орденов много. Пожалуйте, милости просим, ваш превосходительство. Но мы люди не высокие, мы люди не знатные, мы люди простые. Да. Но вы не подумайте, что с нашей стороны какое-нибудь жульничество. Эй, вот ты что!
Садитесь, пожалуйста, ваше превосходительство. Садитесь, ваше превосходительство. Будьте такие добрые. Кушайте, ваше превосходительство. Только уж извините, у себя там вы привыкли к деликатности, а у нас просто. Что? У себя там вы привыкли к деликатности, а у нас просто. Да-да, в старину люди всегда жили просто, и все были довольны. Я вот человек, который в чинах, а тоже живу просто, да. Да позвольте, что ж так такое, однако? Селедка горькая, хлеб горький, невозможно есть. Горько! 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 Да, в старину все было просто, и все были довольны. Конечно, не без этого. Иной раз при случае тоже любили показать пышность, да? Вы того матроса, стало быть. Так точно, ваше слово! Да, морская служба всегда была трудна. Так точно, ваше слово! Да ведь вот в пехоте там ничего умственного нет. А у нас с вами, молодой человек, шутишь. У нас с вами есть о чем задуматься. Ведь вот каждое незначительное слово, оно имеет, так сказать, свое таинственное недоумение. Например, «Марсовый палатом на Фокеград!» Что это значит? А матрос от него понимает. Тонкость, что твоя математика. На здоровье его превосходительство, Федор Яковлевич Ливанова Караулова. Ура! Ура! Вы, ваше превосходительство, изволили сейчас выразиться насчет трудностей флотской службы. А разве телеграфная легче? Вот, извольте послушать. А что это значит? Это значит, я уважаю вас, ваше превосходительство, за добродетель. Вы думаете, легко, а вот и все. А это что значит? А это значит... Мадам, как я счастлив, что держу вас в своих объятиях. Молодой человек, а вот ежели, идя полным ветром, и надо поставить брамсели и бомбрамсели. Тут уж надо командовать солинговый павантом на брамсели и бомбрамсели. Милостивые государи, милостивые государи! Ваше превосходительство, у нас сегодня заготовлено много речей и тостов. Так я... мало ли разных команд. А, например, бомбрамшкоты тянуть, пшалфалы! Что это значит и какой смысл? А очень просто. Тянут, знаете, бомбрам шкоты и поднимают фалы все вдруг. Причем уравнивают бомбрам шкоты и бомбрам фалы при подъеме. Милостивые государи, милостивые государи! Да, да. Сегодняшний, так сказать, торжественный день. А в это время и потравляют брасы сих парусов. Да, ваше превосходительство. Хозяйка просит поговорить о чем-нибудь другом. Это непонятно гостям. И скучно. Молодой человек, а вот ежели корабль лежит бей-де-вин правым галсом, а надо сделать поворот афор-де-вин. Как надо командовать? А вот как свистать всех наверх поворот афор-де-вин. Ваше превосходительство, довольно, довольно, кушайте. Жизнь, командуешь, а сам смотришь, как матросы, как молнии разбегаются по своим местам. Это не вытерпишь и крикнешь. Молодцы, ребята! Раз, 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 и все! Молодцы, ребята! Раз, 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 и все! Ваше превосходительство, мы люди темные, ничего этого самого не понимаете. Конечно, не понимаете, потому что...
потому термины. А вот молодой человек, он не очень понимает. А вы лучше расскажите нам что-нибудь касающее. Я уже ел, благодарю вас. А и что-то приятно, молодой человек. И что-то как только раздалась команда свистать всех наверх, все приготовились и впились глазами в старшего офицера. Старший офицер поднимается. На брасах! На брасах не зевать! Грота Марса, буря, отдай! Шел брасы! Тут все летит, трещит столпотворение Вавилонское. Генерала безобразите! Постыдились бы на старости лет. Котлет? Нет, не ел. Благодарю вас. Я говорю, постыдились бы на старости лет. Генерала безобразите! Господа, господа, ну вот, ну стоит ли прав? Во-первых, я не генерал. Не генерал, а капитан второго ранга, что по военной табели о рангах соответствует подполковнику. А ежели не генерал? Так за что же вы деньги взяли? И мы вам не за то деньги платили, чтобы безобразили. Какие деньги? Известно какие. Небось, получили через Андрея Андреевича четвертную. А тебе, Андрюшенька, грех. Я тебя не просил такого нанимать. Ну вот, господа, ну оставьте. Ну, стоит ли прав? Не генерал? Наняли. Генерал наняли. Наняли. Заплатили. Никаких я денег не получал. Пойдите прочь. Где дверь? В какую сторону идти? Человек, выведи меня отсюда! Человек! Будь это порядочное общество, я бы мог вызвать на дуэль. Выведи меня отсюда, человек. Андрюшенька, где же 25 рублей? Ну, а где же 25 рублей? Велика важность. За здоровье новорожденных, то есть новобрачных. Ура! Музыка! Марш! Человека, моряка, заслуженного офицера. Какая гадость. Какая низость.
А генералы в Греции есть? Есть. В Греции все есть. Андрюшенька, где же 25 рублей? Не стоит ли говорить о таких пустяках? Тут люди радуются, а вы черт знает о чем. Государи и милостивые государыни. Сегодняшний, так сказать, торжественный день, когда мы собрались все в кучу для чествования нашего дорогого и любимого. Я могу говорить такое, которое Россия, Галиция, который по морю плавает, кораблия, по-русскому значит корабли, а на земле разные железные дороги, которая Россия, которая Россия. Ой. Где мой Ролан? Разберешь, что оно такое? Неудовольствие. В доме Жигалова, что вчера свадьба была, жениха обсчитали. Вместо 1900 дали. Ну, а он что? Озерчал. Говорит, того, говорит, распорол в сердцах перину и пух в окно пустил.
Ох, ох, милый, ох, ох. Да что же это? Перины жалко, голубчики. 3 года собирала. Пушинка к пушинке. Ни одного перышка. Я обманывать себя не позволю. Я не субъект какой-нибудь. Я одушевленное имя существительное. И у меня в душе свой жанр есть. Купите счастье. Красавец. Красавец. Зачем нам разлучаться? Зачем в разлуке жить? Не лучше ли повенчаться? Друг друга любить. И друг...